1 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в работе 7-го съезда Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Мероприятие было посвящено итогам деятельности палаты за последние 5 лет. В пленарном заседании принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства высоко оценил деятельность палаты по развитию предпринимательства в стране и подчеркнул необходимость активной консолидации усилий объединения предпринимателей и государства в работе по развитию экономики. Приобрести карту «Стрелка» теперь можно в МФЦ Ленинского района. В апреле планируется запустить реализацию карт в МФЦ всех муниципальных образований Московской области. Процедура покупки карты в МФЦ достаточно проста. Для приобретения «Стрелки» сотрудник МФЦ выдаст жителю Подмосковья талон с номером новой карты для оплаты залоговой стоимости и первого пополнения баланса «Стрелки». Стоимость карты составляет 200 рублей, из которых 120 рублей сразу доступны на ее счету. В администрации Ленинского района глава Олег Громов провел личный прием граждан. За решением имеющихся проблем к руководителю муниципалитета в этот день обратились 18 человек. Вопросы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, в частности работы управляющих компаний, предприятий потребительского рынка, а также улучшения жилищных условий, трудоустройства, экологии и другие. По всем проблемам были даны необходимые разъяснения. Заданные вопросы взяты на личный контроль главы. Третьего марта в 20:15 на нашем канале состоится прямой эфир с начальником управления образования администрации Ленинского муниципального района Дмитрием Волковым. Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40 и 541-25-25.